Ты лисичка, знаешь много, скоро учиться давно. Расскажи ко мне про Бога, лазисто, зачем оно? Я рассказываю об Иисусе, что целый день могу, никуда не влекуша, никуда не убегу. Тогда слушай, в Палестине ангел Деве весть принес. Ты святого роди сына назовешь Иисус Христос. И свершил обещание сына в мир Господь послал. И с торжественным сиянием небо встретило Христа. Пели ангелы прекрасно в поле бедным пастухам, а звезда светила ясно добрым старым мудрецам. Нежно в ясельке Мария положила сына спать. Как бы я хотела сильно в Вифлееме побывать. Так давай скорее сами в город Вифлеем пойдем. На работе папа с мамой бабушку с собой возьмем. Да не бойся, мы недолго, собирайся, не робей. Я считаю нашим долгом посетить вчера целый, а в подарок Иисусу мы игрушки понесем. И для всех, кто будет слушать, стих расскажем и споем. Пастухам пойдем оттуда, глянем, девушку вызовут, и домой с нас бабы блюдах там к обеду привезут. Что ты, милая малышка, Вифлеем, он далеко, и добраться двум детишкам туда будет нелегко. Но не стоит огорчаться, вырос чудный царь царей и живет не в бедных яслях, а в сердечке у людей. Если сердце без сомнения мы Иисусу посвятим, то на небе непременно мы навеки будем с ним. Аминь.